артистом. Угу. Вот это да. Вот это трэш. Вот это трэш. Урод, а? Вот, не снимай, снимай. Вот это трэш, а? О, херово. Что ж такое? Посмотрим, понаблюдаем. О, идет. О. А в чем сложность, ребята? А ты что так ездишь? А где культура? Где культура на дороге? Что ли? Почему? Нет, нет, а почему культуры не пропускаете? Зеленый свет. Почему не пропускаете? Давай встанем, поговорим. О, давай остановим. Скажи, Салат, по обочине ехал. Сотрудник. Вот по обочине едет, вот. По сзади обочине, по обочине вот, зафиксировано ехал. Все. Вот это вот, вот. На регистраторе заснято. Да, отреагируйте, пожалуйста. Да. Вот он, вот, вот, вот. Да вот, сзади, сзади. Да, 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 да. Так, покажи. Заснято, но она будет заснята. Да, отреагируйте, там по обочине вот ехал. Почему девушка не пропускает? Девушка, вы засняли, как она ехала по встречной полосе движения? Не ехала девушка, ехала. Вы ее вытесняли с собой? Я ее не вытеснял с собой, да, я перестраивался. Да ладно. Сейчас покажем видео. С крайнего да, правого ряда, там движение полностью по полосе. Нет. Да, да, да. Это там обочина. Целых три полосы. Это не обочина. Это обочина. Это полоса для выезда с перекрестка. Вот он, вот он. Вот. Выезд перекрестка там идет сразу на эту полосу. Нет, на, там по вот это полностью вот, вся вот, полоса. Подождите, можно не шуметь? Хорошо, вот он, смотри. Инспектор местный, знаешь. Вот он втиснулся. Я в последний момент. У меня на регистраторе есть. Да, на регистраторе. Вот, втиснулся. Вытесняет девушку навстречу. Да, не вот, вытесняет. Вот, девушка вот не уступила. Ну, там на регистраторе. Она не обязана уступать. Постоянно. Вы элементарная культура вы перестраивались. Вы, я перестраивался да, с полосы. Не с полосы. Почему-то я фотку покажу, потому что пропускаю. Сейчас. Не с полосы вы перестраивались. Полосы, вы перестраивались с обочины. Не с обочины. Сейчас там полоса, смотрите. Сейчас регистратор вам покажет. Там целых три полосы движения. Крайнего правого ряда я перестраивался. Ну вот он стоит, вот стоит, получается. Где? Это. Сейчас я посветлее сделаю, блин. Сейчас, посветлее. Вот он стоит, вот, вот он стоит. На обочине. Да вот он на обочине стоит. Вот, вот, фотография. Я сперва фотографию сделал. Да, это все. Да. Езжал с крайнего правого ряда. Если вы снимали предварительно, покажите, как я двигался и почему девушка не уступила мне движение. Почему? Там нет разметки в полосе. Где? Там есть крайний правый ряд. Три полосы движения. Инспектор, нет, вы знаете, с выезда напротив 9-го километра, вот, когда инспектор выезжаете. Идет до обочины, смотрите, желтая линия разметки. Дальше нет разметки. То есть вот такая идет, только желтая. Ну, вы знаете, да, там? Вот идет. С выезда там идет сразу не сюда. Не сюда надо с поворота попадать. Не на желтый, а вот сюда заворачивать. Там специально есть разрыв. Ну, в движении. Правильно, да, с третьего ряда. А он вот сюда вот поехал, ну, на, за желтой линией, там только асфальт и вот грунтовая дорога. Нет, 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 вот, там сейчас полностью асфальтированная дорога, третья полоса сейчас, движения. Третья там, где нет является парковка для фуры, если вы знаете. Нам надо это... Сейчас я покажу. Ну, подождите, будете предоставлять видео до конца. Вот, смотрите. Вот обочина, вот автобус. Покажите. Автобус, вот эти все машины идут по обочине. Вот это вот обочина. Это третья полоса автобуса, остальные машины идут по третьей полосе. Нет. Которые вырубают. Можно доехать посмотреть. Без проблем. Как там расположено? Без проблем. Как каждый там день схема? Там ездим. Просто культура движения. Культура движения. Более как бы лояльно у нас. У нас обычно пропускают. Вот транспорт, смотрите, который перестраивается. Значит, тогда. Значит, вот это все движется по обочине. Вот эти все. Вот эти все машины, это третья полоса, нет, третья полоса. Нет, нет, да. Вы ошибаетесь. Нет, нет, нет. Можно ошибаюсь посмотреть на месте. Без проблем. Это как третья раз полоса, ряд перекресток, который выезжает. Там разрыв есть. Нет, разрыв есть, вот этот, да? Давай. Это для тех, смотри, которым нужно перестроиться для разворота. А эта вся полоса является полностью полосой движения. Нет.
Да. Она вся идет сплошная, во-первых. Сплошная у нас что обозначает полоса? Она не сплошная. То есть, когда вы выруливаете вот с этого ряда? Когда выруливаете с этого ряда, начинается прерывистая полоса движения, да. Это для тех, кто вырулил, чтобы перестроиться в крайне левый. Там все желтый идет сплошная. Вот желтый идет сплошная, это когда вы двигаетесь по второму ряду, чтобы, за желтый чтобы совершить маневр обгона по правой стороне, вам нельзя за эту желтую. А тем, кто выезжает с этого перекрестка, они двигаются по третьей полосе, Это полоса выезда, вреды движения с перекрестка, да. Да. Там идет желтая линия разметки. Она означает, у нас что означает сплошная линия разметки? Либо обочина отделяет, либо встречные транспортные потоки между собой. Либо запрещает пересечение желтой полосы целью, там, грубо говоря, там, обгона, либо остановки. Правильно? Нет, у нас линия разметки 1.1 предназначена для обозначения обочины, либо разделения встречных потоков. Все. Согласен, желтая разметка. Она не наносится в попутном направлении. Временно. Желтая. Временно, правильно. Смотрите, вот эта третья полоса является выездом с перекрестка. То есть, вот этот нет. Там есть еще, я посмотрел, внимательно. Да, да, да. Разрыв вот такой. Вот такой разрыв начинается для тех, кому нужно перестроиться через две полосы с целью разворота. Чего взяли? Но, опять-таки, смотрите. Там идет сплошная вот такая. Вот такая перпендикулярная она идет. Есть разрыв у нее. А вы проигнорировали перпендикулярную и перестроились на обочину. Перпендикулярную вы пересекли. Начал движение с обочины, если надо пошло. Там идет вот такая линия. Алексей, он сейчас долго мы сейчас будем. Да. Составьте материал на него. Сейчас составим материал. Он сейчас говорит ждать. Какой ждать? У нас времени нет. Ну тогда доказательную базу скиньте на основании чего. Ну давайте мы куда на WhatsApp скинем. Давайте телефон. Давайте. 7928. Сейчас, давайте, да. Дали девушку на встречу создавая. Я не вытеснял. Девушка создавала аварийную ситуацию с целью не пропустив водителя. Девушка ехала по своей полосе. А я перестраивался. Она должна была. Но вы перестраивали. Вы должны были уступить ее. Хорошо. Нет. У меня заканчивается полоса перепостроения. Она должна была. Стойте, ждите, пока вас запустят. Конечно, подожди. Девушка спокойно ехала. Она должна была как добросовестный автолюбитель. Она не должна вам уступать. Она едет спокойно, ровно по своей полосе. Не повышайте голос. Если мы все будем ездить спокойно по своей полосе, у нас будет просто жизнь на дорожке. Надо иметь элементарное. Не обязана вам уступать, понимаете? Она не обязана. Она просто должна была порядочный автолюбитель не уступить дорогу. Могли подождать, кто бы вам уступил. А вы принципиально ехали и выдавливали на встречу. У меня заканчивалась полоса перепостроения. Я должен был завершить маневр. Она должна была меня пропустить. Не должна она. Она едет по своей полосе прямо. Как она вам должна? Притормози и пропусти, чтобы машина проехала. Так зачем? Так вы притормозите, подождите, когда вас запустят. У меня закончилась полоса перестроения. Как и что? Стойте, ждите. То есть мне нужно было стоять на обочине. То есть перед вами должны все разъехаться сразу. Нет, элементарные правила. И вас запустить в полосу. Элементарные правила и уважение. Откройте, перечитайте элементарные правила. Без проблем. Так вот, когда машина перестраивается, я сейчас с инспектором побеседую. Когда машина перестраивается, я почему-то пропускаю. Но это чисто по-человечески. Чисто по-человечески. Но сейчас не правило. А вы ссылаетесь на сейчас правила. Сейчас этого фактора не было. Чисто человеческого. Я ссылаюсь чисто вот на человеческое. Да, человеческое. Но вы говорите, что она обязана вас пропустить. Она должна была меня не должна как порядок. То есть она является непорядочным автолюбителем. Она наоборот является порядочным. Алло. Она? Нет. Да. Нет, она ехала, по правилам всегда. Видео отношения. Дай бог, чтобы вам на дороге попадались порядочные автолюбители. Она ехала по правилам. Она ехала по правилам. Спокойно, тихо. Спокойно, тихо. Да. Вы ее выдавливали на встречу. Я не выдавливал, я заканчивал маневр. Да, пожалуйста, снимайте на видео. Сейчас второго посмотрим, как он происходит. Как он догонял? Маски одели? Да, маски нужно только в помещении. Чтобы вы друг друга не позаражали. Я за себя не переживаю, я в маске. Не, у нас нормально все. Мы все равно в одной машине едем, инспектор. Какая разница? Женщину сбили. Да, мотоцикл сбили. Маски.
участку проезжаю на день по 10 раз. Я почему-то пропускаю автомобили, которые перестраиваются. Вот это снизу. Нельзя туда, там есть. Там надо, чтобы... Карту памяти мне дашь сейчас, я скину? Потому что пока никакого видео нет. Нет, мне надо это, оттуда. Подожди, сейчас инспектор скажет. Да, вот хорошо, скажи, вот. Пожалуйста, вот это обочина, вот эта желтая линия разметки. Ну, правильно, движение с крайней правой. Вот вы, целью, вот это вы, это ваш автомобиль. Скачай, вот здесь, сделаю. Кстати, фиксация, что девушка уже является будет. За да, сплошной ну, полосой движения. Время, скачивание ну, времени. Что вот, принципиально, создание аварийной остановки со стороны девушки. Алексей, ну потом с инспектором покажешь, зачем две полосы вот перестраиваются обочину. Это аварийная ситуация. Видите, что делать? Она девушка, его не пропускает. Через сплошную линию он дальше. Вы ее... Автомобиля. Как она может препятствовать, ну, когда вот вы перестраиваете? Вот она препятствует. Она целью препятствий через сплошную линию разметки так, продолжает вот, движение видите, вперед. То есть она, он первое, что нарушил, это движение по обочине. Второе... Не движение по обочине, а перепостроение второе, с третьего ряда во второй. Второй не уступил... дорогу, транспортную среду. Вот она дальше обочина пошла. Она с целью аварийной ситуации продолжила все, движение сбрасываю, через сплошную линию. Одно разметки. Видео достаточно, вот да, это. Достаточно. Да лучше больше, чем больше. Два, да, последний? Да, вот да. Это же? Да, да, вот это наше. Сбрасывайте его. 378 мегабайт это... всего лишь. Да, Влад. Да. Все видно, хорошо. Сейчас. Я понял. Вы скидывайте, я вас не задерживаю. Да, да. Алло. Я уже дежурную часть доложил. Так, а можете представиться, пожалуйста? Отдельный батальон ДПС города Краснодара. Не, фамилия. Старший лейтенант полиции Полий Артем Сергеевич. Полер? Полий. Полий. Да. А, спасибо. На рюкзачок 23-01-53. Товарищ инспектор, вот, значит, мы показали вам нарушение правил дорожного движения водителям. Во-первых, не уступил... Нарушений не было. Не уступил, значит, преимущество движения транспортного средства, которое находилось перед ним, и движение по обочине, там длительное. Движение по обочине также не было. Прошу привлечь водителя данного к ответственности административной по двум нарушениям правил дорожного движения. Вы обращение приняли, зарегистрировали. Да? Я его должен дежурную часть, спасибо. Положено. Да, распорите, пожалуйста. И телефон, вам... получается, которого вы скинули. Да, да, да. Да, сейчас видео вам уже. Ну вот, посмотрите, получили. Как вы нарушили. Получили, да. Видео. Посмотришь, как нарушил. Я видел, но это все. Не нарушение. Понятно, понятно. О, не нарушение. Дата понятно. Есть. Время, понятно. Это происходило за виадуком прям сразу. Как всегда. Да. Вел себя нагло. Но это не нарушение. Ну как, это нет, все. Было на видео. Все. Ну, а ну. Все. Ну все, пока. Будет привлечен водитель. Все, поехали. Да, да, да. Поехали, все, спасибо. Пока. Так, ну все, поехали. Вот, инспектор сейчас выпишет протокол. Все, мы поехали. А то у нас там суд, мы на суд едем.